Okay. Gib mir einen Rat. Так, тебе озяться. Дай мені пораду. Пораду, правильно. Так, die Wörter im Kasten, bitte. Так. Ärger haben. Так, ну, якщо це зв'язано якось з парадою, то, мабуть, проблема, як вона лишить. Ні. Ні? Ergier haben злиться. Точно. Да. А ти не уверен? Ну, я не Чому знаю, ну, філософ? може якось з темою зв'язане воно, мабуть. Ну, Ні, ладно, Ergier. злиться так злиться. Ну, я проверю сейчас, что-то я это Ну. самое засомневалась. Подожди. Ну, тему просто не описано, ну. Окей. Эргер. А, гнев неприятности. Ага, иметь Эргер. неприятности. Ага. Ага, иметь неприятности и дать совет тогда, да? Как из этого положения выйти, да? Эргер хабен. Und Да. einen Rat bekommen. Ну да. Окей. Записав. Зога. Зоргенхаген. Ну, це не знаю. Зогенхабен заботиться. Це орден забота. Зогенхабен. Забота, да. Иметь заботы. Да, Зогенхабен заботиться, турбуватися. Ну, еще тревожится, наверное. Наверное, так. Хорошо. Ди клямотен. Да, это было слово, да? Такого я не помню. Это было в 7 классе, когда там одежду изучали. Кламотен, шмотки. Ага. Да. Декламотен шмотки. Шмотки. Где тип? Да, тип это парада по указанию. Вказивка, парада вказивка. Это что, указание, что ли? Зивка, Может, это напевно. подсказка? Ну, парада вказивка, так пишется в этом учебнике. Дальше. Так, держат. Тут Так. же парада. Парада. Амнажена. Речлеге. Ратшлеге, да, не, необычно образуется множина, да? Запомнить надо. Ага, ауссилькомен. Aus kommen. Come. Aus ist ausgekommen. Это ладить. Ладнаты. Wir kommen gut aus. Мы ладим. Хорошо, мы ладим нормально, хорошо, так? Все, следующее. Первое упражнение. Так, фюрцион шприх на. Так, дикламотен. Это? Шмотки. Дальше. Дер тип. Дер ди Нажимаем. типс. Так.
Козивка в козивке. И советы тоже самое, Ну и да? советы. Дальше. Так, дальше. Der Rat. Die Ratschläge. Порада, порады. Дальше. Дитат. Дитат, дитатен. Дитат, дитат. Это действие. Дитат. Дия. Дальше. То аускомен. Ладети. Ладнаты, да? Это правильно, да? Ладнаты сказать? Или неправильно? Наверное, правильно. Ага. Не, не вправо. Дальше. Ну почему? Ты ж правильно говоришь, не то, что я. Толерант. Терпимый. Дальше. Фрех. Нахальный. Нахальный, наглый какой-то такой, нехороший, короче. Так, зоргенхамен. Угу. Мать с заботой. Угу. Заботиться. Турбуватися. Тревожится, так. Эргер хабен. Мать неприятность. Ага. И? И рад гебен. Давайте пораду. Вон тут в. Поревняй с английскую. С английскую? Да. Ну тут рамочки в желтой, видишь? Der Typ, die Tipps, der Typ, der Tipps. Тебе знакомо в английском это слово? Да. Ну, тем лучше. Дальше. Упражнение второе. Посмотри, что тут написано. Второе. Так. Sieh dir die Tabelle an und ergänze die Regeln unten. Unten, да. Unten. Так, finde passende Beispiele in der Tabelle. 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 Угу. Так, вверху инфинитивы. Sagen, antworten, zeichnen, lesen, sein. Угу. Все перевод, всех слов знаешь? Ну, вроде бы да. Что такое zeichnen? Zeichnen? Да, в точку. Уф. Не до конца. Никто не знает. Никто не знает, не ты первый. Так что це? Креслити zeichnen. Креслити. Чертить. Да. И каждый раз мы на это слово обращаем внимание, каждый раз его все забывают. Это не ты первый. Так, sein. Sein, будь. Все, остальное ты знаешь. Так, значит, как образуется императив, приказание? От чего оно образуется? Какое правило? Императив. Вторая персона. Да, императив – это наказовый засип. Понял, да? Я да. Правильно выразилась? Не, хорошо. Наказовый. Наказовый, да. Образуется от второго лица единственного числа, например, ты заган, ду загст, сите убирается, можно сказать заг или заге, ду тоже убирается. Угу.
Заге, скажи, антворте. Переводи. Антворте, ответь. Ответь. Цайхне. На кресло. Угу. Так, лезе. Лезе, ну, прочитай. А, лис. Не-не-не, я неправильно прочитала. Чего ты меня не исправляешь? Лис. Ну, лист, лист. Прочитай. И будь. Будь. Зай. Зай. Так, а множественное число? Обращение, ну, к нескольким людям. Второе лицо единственного множественного числа. Убирается местоимение, остается глагол. Угу. Скажите, дети. Скажите, дети, sagt, Kinder. Да, отвечайте, дети. Antwort, Kinder. Угу. Дети, чертите. Zeichnet, Kinder. Так, дальше. Читайте. Lest. И будьте. Seid. Будьте внимательны. Внимательный. Угу. Цей. Можно там. Auf. Merk. Aufmerksam. Все правильно. Seid aufmerksam. Я. Так. Еще. Будьте осторожны. А как будьте осторожны? Осторожны. Осторожный, главное. Я не знаю. Осторожный. Надо посмотреть где-то. Осторожный. Сейчас посмотрим. Секунду. Vorsichtig. Да, vorsichtig или sorgfältig. Sorgfältig. Да, sorg. Fältig, umlaut. И vorsichtig. Так, как мне снова найти тебя там? Есть. Так, будь осторожен. Будь осторожен. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei sorgfältig. Nun gut, weiter. И следующее, ну, это вежливую форму. Тут разговаривать не надо. Ты знаешь прекрасно. Третье. Строчка. Antworten Sie, zeichnen Sie. И только глагол sein. Seien Sie. Seien Sie. Будьте осторожны. Seien Sie vorsichtig. Будьте внимательны. Seien Sie aufmerksam. Aufmerksam, ja. Nun gut. Lies bitte den Regel. Oh. Die Form des Imperativs in der zweiten Person. Da. Singular hat keine Endung oder die Endung Так. Beispiele. Sage. Так, zum Beispiel. Sage. Die Endung E ist obligatorisch. Wenn der Stamm des Verbes am Ende TD Sache.
ЦХН. ЦХН. ГН, ФФН, ТМ, о да, ТМ, ХАТ, zum Beispiel. Ну, тут два примера в рамочке. В рамочке два примера. Если. Зае. Ну ты. Нет. Тут нема примеров таких подошли. Есть. Так, ты не, значит, ты не понял правила. Die Endung e. Тут я не знаю, тут зи и э, зайн и кайн у меня в рамочке, все. Не, подожди. Первое правило, да, после загзага. Die Endung e ist obligatorisch, wenn der Stamm des Verbs am Ende T, D, CHN, GN, FFN, TM oder DM hat. Zum Beispiel. Надо взять примеры из рамочки. Значит, ты не понял это предложение. Переводи. Ну, не из рамочки, а из таблички. Ну да, из таблички. А, ну да, я неправильно сказала. Из таблички. Да, ну суди Антворте пидите, або цайтне. Ну да, ну да. Ферцайнзи мербите. Простите, пожалуйста, ферцайн. Подойдет, да? Подойдет. Хай будет. Ну, дальше. Die meisten starken Verben mit E im Stamm verändern diesen Vokal zu I. Da. Zum Beispiel Lies. Lies. Weiter. In der zweiten Person Singular und der zweiten Person Plural steht kein Personalformen, Personal Pronomen. Da. In der Höflichkeitsform steht das Pronomen Sie. Zum Beispiel sagen Sie. Und seien Sie. Und seien Sie. Mhm. Das Verb sein hat besondere Formen im Imperativ. Zum Beispiel sei. Formen, na жена. Sein. Зай, зай, зайнзи. Все три формы. Зай, зай, зайнзи. Угу. Ну, все нормально, молодец. Все хорошо. Так, Übung 3 lesen wir und geben die Ratschläge den Jungen. Ratschläge den Jungen. Так. Jugendlichen. Ага, manche Jugendliche haben Sorgen mit ihren Geschwistern. Lies drei Artikel aus einer Schülerzeitung und finde passende Tipps. Nicht alle Tipps passen. Hast du Sorgen mit deinen Geschwistern? Okay. Ah. Manche finden ihre Geschwister nett. Ich habe Sorgen mit meinem kleineren Bruder. Er nimmt immer meine CDs und eine CD zu einem Ты пропустил строчку. А, und fragt mich vorher nicht. Vorher. 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 Nicht.
Einmal habe ich in der Schule versprochen, eine CD zu einem Schulabend zu bringen. Ich kam nach Hause und suchte die CD lange, konnte sie aber nicht finden. Was meint ihr, wo war sie? Natürlich bei meinem Bruder, er hatte sie kaputt gemacht. Habt ihr einen Rat für mich? Nein. Hatte. Hast du keinen einen Rat für ihn? Nein. Nein. Ich habe Tut mir bitte nichts. leid. Ich habe keinen Rat. Ich habe keinen Rat. Der. Der mache ihm Nicht. klar, dass er egoistisch ist. Verstanden? Bist du einverstanden mit ihm? Du bist einverstanden. Bin einverstanden. Da. Nun gut, was ist das Versprochen? Versprechen, was ist das Versprechen? Was ist das Versprechen? Versprechen. Einmal habe ich in der Schule versprochen. Habe ich in der Schule versprochen. Наверное, обещал кому-то и сидит. Да. Так, значит, versprechen, versprach, versprochen. Schreiben wir. Обещать. Да. Versprechen, versprach, versprochen. Отспрехен, так ведь? Вот спрехен. Добавили, Да. добавили фер и другое слово. Так. Wer hat die CDs kaputt gemacht? Wer hat die CDs kaputt gemacht? Ja. Der kleine Bruder hat die CD kaputt gemacht. Ja, weiter bitte. Findet David seinen Bruder nett? Findet David seinen Bruder nett? Ja. Immer noch nett. Что такое нет? Я помню, что было написано, что тут именно милый. Ну да, ну это милый, добренький, хорошенький. Findet seinen Bruder nett? Nein. Наверное. Нет, конечно. Ну ладно, дальше. Ну, Даниэла. Irgendwie mit den Geschwistern ist euch das bekannt? Wenn ja, dann könnt ihr mich gut verstehen. Ich habe eine jüngere Schwester. Sie ist 13 Jahre alt. Sie will mödisch aussehen. Deshalb sieht sie meine Klamotten an. Не зит, а цит. Zieht. Anziehen, так? Das finde ich in Ordnung. Aber die Klamotten sind zu groß für sie. In der letzten Zeit
wenn ich Klamotten für mich kaufe, sieht meine Schwester sie als erste an. Вот так вот. Ich versuche immer tolerant zu sein, aber sie versteht mich nicht. Das ärgert mich sehr. Was könnt ihr mir raten? Ja. Nun, lies die Ratschläge und wähle. Ratschläge. A. Ah, ja. Erkläre ihr, dass sie in dieser Kleidung komisch aussieht. Gut, weiter bitte. Ah, Nicole, was sagen Sie? cool. Ich finde es gut, dass ich nicht das einzige Kind in der Familie bin. Ich habe zwei Brüder. Der eine ist älter als ich. Er ist schon 18. Der andere aber erst 11 Jahre alt. Mit dem älteren Bruder komme ich sehr gut aus, aber mit dem kleineren habe ich oft Ärger. Nach der Schule sitzt er fast die ganze Zeit am Computer. Wenn ich ihm sage, dass ich den Computer brauche, antwortet er, dass er ihn auch braucht. Und dabei spielt er fast die ganze Zeit Computerspiele. Gebt mir einen Tipp. Ja. Welchen Tipp gibst du ihm? Welchen Tipp? Da, gibst du ihr? Nicole, какой ты дашь совет? Welchen Tipp gibst du ihr? B. Sei tolerant. Er spricht mit ihm und sage, dass seine Gesundheit schadet. Ja, sehr gut. Nun gut, mit wem kommt Nicole aus? Mit wem Mit wem kommt kommt Nicole aus? gut aus, da? Gut aus. Nicole. Kommt aus gut mit. Нет, аус, наконец. Nicole kommt. Nicole kommt gut mit. Dem. Mit dem älteren Bruder. Mit älteren Mit Bruder. älteren Bruder aus. Ja. Gut. Mit wem kommt sie nicht aus? Nicole kommt nicht gut mit kleineren, mit dem kleineren Bruder aus. Gut, ja. Was macht der kleine Bruder? Der kleine Bruder. Was mag? Der kleine Bruder. Was macht er? Schreiben wir. Klein Bruder mag die ganze Zeit am Computer Spielen. spielen. Ja, mag am, die ganze Zeit am Computer spielen. Gut. Nun,
Alles. Так. Die Stunde ist, nein, die Stunde ist noch nicht alles. Так, Seite 22. 22. Ну, тут есть 6 картинок. Ну да. Да, есть за их сбили, да. Да. Да, зин. Sechs Bilder. Так, Übung 5. Übung 5. Так, wer besiegt denn? Was sagst du dem kleinen Kind? Gebrauche das Wort Material aus dem Kasten. Ja, du brauchst Imperativ. Benutzen. Ты должен использовать императив. Так? Да. Ну и так. Так, что у нас тут есть за слова? Так, die Tapete bemalen. Ja. Was ist das? Уже непонятно. Непонятно? Я не знаю, что это. Bemalen. Malen. Bemalen. Ну, мален, малювати. Ну, що тут, хто рисує, на чому? Тапетен. Мален, тапетен. Обої. А, на обоях не малювати. Не рисуй на обоях, як ти скажеш? Бемале ді тапете ніхт. Дальше. Die Tischdecke mit Konfitüre. 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 Beschmieren. Konfitüre beschmieren. Die Tischdecke. Die Tischdecke. Скатерть. Раз записать надо. Дидека это вообще-то покрывало. Дидека, а дидека? Ну, столовая покрывала. Да, столовая на стол покрывала скатерть. Ага, значит. Бешмир, иди. Ага. Мазать. Мазать. Да, чистить. Чисто мазать. Ну, вряд ли мы такое слово будем употреблять еще раз, да? Наверное. Да. Окей. Beschmiere die Tischdecke mit Konfitüre nicht. Так, das Handy ins Aquarium werfen. Да. Нашу. Хорошая девочка, да? Глагол werfen – это сильный глагол. И меняет гласную «э» на какую? «Э» на «ю». На «и», да. Ну, как ты скажешь? Ты бросаешь. Ду? Ты бросаешь. Ду вирфе. Ду вирфт. Так, а теперь убираем «ду» и «ст», и получается? Ду вирф. Ну, вирф. Нет, «ду» убираем. «Ду» убираем тоже. Вирф. Бросай. Вирф. Не бросай. Wirf nicht. Да, а теперь все. Das Handy ins Aquarium. Wirf das Handy nicht ins Aquarium. А, так, тут, на, тут там как написано, да, wirf das Handy nicht ins Aquarium. То есть,
Бросай, бросай телефон не в аквариум. Ну, если хочешь, просто хотя бы не Бросай. в аквариум. Хотя бы не в аквариум, да. Но вообще-то это неправильно, по-моему. Ну, хорошо, вверх нить, до скандин с аквариум. Нет, нить наконец надо. Вирф до скандин с аквариум нить. Да, не бросай. Если ты отрицаешь глагол, то значит отрицание надо ставить на конец. Ага. Хорошо. Если, например, отрицаешь телефон, надо ставить кайн. Так? Не бросай не телефон, то есть в аквариум. Ну, Вирф кайн. wirf kein das Handy ins Aquarium. Кэнди? Нет, если берем кайн, то значит das нам не надо. Wirf kein Handy ins Aquarium. Так, а если мы отвечаем не в аквариум бросай, тогда вот поставим nicht ins Aquarium. Ты понял, куда помещают отрицание? Три варианта. Понял. Да. Если глагол наконец, если существительное, то отрицание кайн, а если аквариум отрицаем, то перед ним ставим ник. Все понял. Хорошо, дальше. Mit dem Handy spielen. Spiel mit dem Handy nicht. Так. Так, die Fische mit der Suppe füttern. Да. Хорошо. А Ну. лучше отбивными, да? Конечно. Фютер ди фишер мит дер зупе нит. Так, и Ласпен та ди каце ам шванц тиен. так. Пэ ти каце ам шванц нит. Да. Вот такие полезные советы. Ну, там вот шестое упражнение. Просто. Hast du Sorge mit deinen Geschwistern oder Cousinen und Cousins? Was sagst du ihnen, wenn sie etwas falsch machen? Schreibe Schreibe. und erzähle da in der Klasse. Das ist die Hausaufgabe, ja? Okay. Vielleicht. Запишу тоді. Да. Шість. Записав. Ну, значит, будешь разбираться там, да, и советовать, что и как. Так, seit 23, Neuwörter. Neue Wörter, Eltern und Kinder. Die Urgroßmütter. Прав. Urgroßmütter. Aha. Prababusch. Да. Der Urgroßvater. Прадедушка. А дедушка и бабушка вместе? Der Urgroß Paran, Eltern. не, Eltern. Я. Дальше. Новое слово. Да хас. Der Hass. Это ненависть.
Хасен. Ненавидеть. А вот подожди, сейчас я посмотрю, это сильный или слабый глагол? Минутку. Что-то я не помню. Хасен, если хас. Сейчас, минуточку. По-моему, это сильный. Хасен. Хасен, хасте, гехаст, наверное. Не, это слабый глагол. Дальше. Не сильный глагол. Дальше. Das Vertrauen. Ну, это знаешь уже. Ну, да, довіра. Так, der Respekt, der Respekt. Повага. Повага. Тобто, повага до когось. Так, die Sorge um. Зорієнту. Забота, забота о ком-то. Акузатив. Да. Акузатив, так, der Ekel vor. Да, Ekel, это отвращение. К чему-то, да? Отвращение к чему-то. Ну, это по тексту там. Так что это слово, может, и не очень часто будет, но, значит, понадобится. Das Mitleid. Das Mitleid mit. Так. Das Mitleid – это сочувствие. Сочувствие к кому-то? Да, к кому-то. Так, nun Übung 1. Übung 1. 1. Так. Wer gehört zu einer Familie? Ergänze die Lösung. Die Mutter, der Vater, die Oma. Der Opa. Так. Der Mann. Так. Герман – це чоловік. Жена. Die Frau. Die Frau. Да, die Frau. Жена. Жена – женщина. Die Frau. Так. Так. Die Urgroßmutter, die Urgroßvater. Так. Der Onkel. Ді тьохта? Ді танте. Ді танте. Да. Да. Ді швестер дер блюда. Так. Ді тьохта. Так, це дочь, це син. Дер зон. Дер зон. Так. Так, ну, ді кузіни, дер кузін. Так. Ну, самое интересное. Так. Ді нігте. То есть, дер нігт? Нігт. Дер нефе. Дер нефе. Дер нефе. Ді нігте, дер нефе. Никак не запоминается. Согласен. Да. Так. Der Enkelsohn. Die Enkel, а что ты пропустил? Да. Да. Die Enkeltochter. Die Enkelkinder. А пропустил? Die Schwägerin.
Ага. Ця наречена невестка. Не ве... братова, как мне тут говорят. На... Хто? Моя тут подруга, приятельница, она, ну, украинка, она говорит все время на жену брата, братова. То есть Братова. жена брата. Братова, она так вот, так, такое ударение употребляет. Моя братова Маша, то есть жена брата. Дишвегерин. А дершвагер, брат жены, выходит так. Но дершвагер точно употребляют в Западной Украине. Я там слышала. Дершвагер. Да, швага. Хорошо. Да, похоже. Угу. Но в Киевской области так не говорят, да? Ничего. Ничего, правильно. Ну ладно, упражнение второе. А, wie heißt das mit einem Wort? Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten. Угу. Читаем сначала слова. Так, хорошо. Die Liebe. Liebe. Я не помню. Ну, ну, ну. Ця, любов. Конечно. Der Hass. Ненависть. Так. Die Bosheit. Злість. Да. Der Respekt. Повага. Увага. Так. Die Freunde. Друг. Так. Die Freude. Да. По-другому чуть прочитал. Довіра. Не. Радість. Радість. Да. Чуть Ну забыл. ничего. Да, das Vertrauen, довіра. Да. Так, die Konkurrenz. Понятно. Ну, конкуренція, так. Die Angst. Страх. Так, ді зорге. Забота. Ді симпатія. Ну. Симпатия, она и есть симпатия. Да, симпатия. Симпатия. Изюм. Ді Только дист. произносится дизюмпати. Ді симпатія. Зюм. Так, хорошо. Ді Дистанция. дистанс. Дистанція, розстояння. Дер екель. Отвращение. Отвращення. Новое слово. Так, значит, еще упражнение второе письменно. Все, два задания. Ну и правило, повторите и знать его хорошенько. И Хорошо. на том пока все, да? Так, на сегодня все. Или еще там 1 минута. Все, будем читать текст. Нет. Ну хорошо, чус. Все, конец. Час. Пока. На побачення. Пока-пока.